Добровольцев, сплачивал полки, формировал дивизии. По призыву Родины уходили в дальний путь лучшие твои сыновья Казахстана. Во время войны в Казахстан приехали ярчайшие представители московско-питерской интеллигенции. В годы войны Алма-Ата, которую называли всесоюзным тылом, стала еще и кинематографической столицей Советского Союза, которую стали называть в народе «советским Голливудом». Это заслуга эвакуированных. Согласно данным киноэнциклопедии Казахстана, сюда в те годы приехали около 3000 кинематографистов. Среди них были известнейшие режиссеры и актеры, операторы, сценаристы и художники кино. Вместе с сотрудниками киностудии здесь работали около 100 писателей из России, Украины, Белоруссии. Сюда были эвакуированы известные музыканты и видные деятели культуры.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. На базе Алматинского кинотехникума в 1998 году был создан Центральноазиатский технико-экономический колледж. Продолжая славную историю Алматинского кинотехникума, традиции, естественно, что сохранили специальность радиоэлектроника и связь, квалификация техники электроники в области кино и телевидения. Конечно же, сегодня прежде всего мы гордимся своими высококлассными преподавателями, такими как Османов Анатолий Васильевич, Васильев Сергей Владимирович, Софья Александровна Буглакова, которые являются отличниками кинематографии Казахстана, преподаватели высшей категории с огромнейшим стажем. Благодаря таким преподавателям мы с удовольствием также и гордимся нашими выпускниками, которые сегодня занимают, я считаю, достойное место в своей профессии, о которых знают не только в Казахстане, но и в России, дальнем и ближнем зарубежье. Нашим выпускникам, нашим студентам я, конечно же, желаю найти достойное место в жизни. Я уверена, что мы будем в ближайшем будущем гордиться и их достижениями, их процветанием, крепкого здоровья всему нашему творческому коллективу, жить и трудиться во имя блага и процветания нашего Казахстана, семейного благополучия, крепкого здоровья и светлого пути нашим выпускникам. Дорогие выпускники и преподаватели отделения аудиовизуальной техники, 2020 год – это год 80-летия Алматинского кинотехникума, которому наша специальность обязана своим рождением. Я поздравляю вас с окончанием учебного заведения, желаю достичь высоких успехов в вашей трудовой деятельности и счастья в том виде, в котором вы его понимаете. Идите ж навстречу ветрам событий, и пусть вам все время поют соловьи. Широких дорог вам, друзья мои, счастливых дорог и больших открытий.
хочу пожелать всем выпускникам отделения РС, преподавателям отделения РС крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия. Всего самого наилучшего. Я пришла в 2016 году. Меня приняли Жанар Куандоковна и Наталья Николаевна. Хочу им сказать большое спасибо за теплый прием. А также хочу отдельно поблагодарить Софью Александровну, Ганиса Бетчанко за Валья Буркутовну, Жубана Сериковича, Анатолия Васильевича, Андрея Александровича за то, что они мне помогали, поддерживали, давали слова напутствия.
желаю сегодняшним выпускникам творческого роста, найти себя как профессионалы, обязательно продолжить учебу. Дорогие наши выпускники, от всей души желаю вам всем ровных дорог и попутного ветра. Пусть все те знания и навыки, что вы получили в колледже, станут прочным фундаментом для дальнейших ваших свершений, высоких полетов и дальнего плавания.
80-летию факультета РЭС хочу пожелать единственного здоровья всем тем людям, которые пытались вдолбить хоть какие-то знания в наши неокрепшие умы. Хочется, естественно, отметить таких преподавателей, как Софья Александровна, Маравна Султановна, Сергей Владимирович, Елена Витальевна. Мы вас всех любим, ценим. Здоровья вам. Всем пока. Я очень рад, что есть такая вообще профессия, и то, что мне удалось поступить на нее, и я отучился. На данный момент работаю по профессии, и все хорошо. Надеюсь, то, что будет продолжать развиваться, и именно наша профессия.